В Архангельске после завершения Кубка России по пляжному волейболу в Министерстве спорта прошла встреча с чемпионами. Российские волейболисты Олег Стояновский и Илья Лешуков оценили развитие пляжного волейбола в Архангельской области. Сильнейшие волейболисты страны в прошедшие выходные показали, каким может быть арктический пляжный волейбол. Заключительный этап Кубка России состоится в Кемерово. Тем временем Архангельская область готовится принять не менее важные соревнования уже в следующем году. Здорово, что Архангельская область становится таким центром пляжных видов спорта, несмотря на то, что наши климатические условия, наверное, для пляжных видов спорта не самые подходящие. К нам приезжают ребята, благодаря в том числе и строительству центра пляжных видов спорта «Бора-Бора», в котором мы проводим не только пляжный волейбол, но теперь еще и пляжный футбол. И я уверен, что вот эта история любви севера и пляжа, и пляжных видов спорта, она как раз будет продолжаться. Победителями арктического этапа среди мужчин стали призер Олимпийских игр Олег Стояновский и призер чемпионата Европы Илья Лешуков. Им предложили оценить возможности, которые даст строящийся волейбольный комплекс на острове Ягры уже в следующем году. Большая мечта, которая была связана с тем, чтобы большой пляжный волейбол появился на севере, она уже становится реальностью. И правительство региона, которое нас в этом начинании, безусловно, поддерживает. Я очень кратко вам визуально попробую представить те, скажем так, проектные решения, которые мы планируем реализовать локально в этом году при подготовке к этапу. В следующем году Архангельская область будет принимать Всероссийский фестиваль пляжного волейбола и этап чемпионата России. По инициативе главы Северодвинска чемпионы оставили автографы на майке, которая будет разыграна среди болельщиков перед предстоящими спортивными состязаниями. Алексей Макеев, Денис Линчевский, Регион 29.